Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, я продолжаю гамуть в Quantum Break. Что ж, попрем дальше, посмотрим, что монах Solution от меня прячет. Вот, тут опять, да, я смотрю, все восстанилось. А-а-а, господи, ни хрена себе, откуда взялся этот поезд? Я не заказывал поезд. Господи, да еще и товарняк. Да я сам в шоке. А это что, выставка дронов? Да, вот этот дрон, по-моему, висит, да? Да, он висит. Какого хонхэ происходит? Господи, поезд, ты убьешь меня, осторожней. Бежим! Бешеный поезд! О, кофе. Ай, твою мать, кто-то в меня шмаляет. А, это говнюки редкостные. Тихо, тихо, тихо. Красавчики, покажитесь. Вижу, вижу. Танцуем, манафака. Я надеюсь, тебе понравилось. Так. Окей. Потихонечку идет. Поехали! Куси-ка это, дружище. Пути-пути. Он маленечко замер. Нет, 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 нет! Ноу! Ты-дыщ! Нифига, конечно, я их раскрошил. Оте-поте. Подкрепленницы. Заказы, блин. Ты говнюк редкостный, а? На тебе вот это. А если я нажму вот так вот? Охренел, да? То-то же. Бежали отсюда. Вау! Танк вышел, да? На прогулку. С ним будет сложнее. Как это зараза знает, тут где? Ладно. Надо перезарядиться. Держи, мужик. Не борзей. Зарядка. Поехали. Текс. Говнюк редкостный. Интересно, интересно. Привет, мужик. Воу-воу-воу, ты чё дерзишь-то так? Не надо дерзить. Не бегай. Так, надо все равно его убить. Как бы там ни было. Оборзел, что ли? Я тоже умею стрелять. Так, мое поле все, да, его тоже. Ай-яй-яй-яй-яй. Так и прибить могут. Что там у нас есть? Опять поле задействовал, скотина. Так, разрушение пока в откате. Держи противовес. Поехали, работаем. Получи, фашист, гранату. Где прячут противовес? Надеюсь, ему понравилось. В два счета найду. Всего-то самое здоровое здание во всем Риверпорте. Конечно. Говно вопрос. Так, где... где эта точка? Где-то там внутри, походу. Шмак по кнопкам. Джой, ты меня слышишь? Чарли. За РХП пришел, да? За противовесом. Повезло тебе, что Сайрин ушел. Мы тут заперты, но я знаю систему, как свои пять пальцев. Вау! Двери тебе открыть могу. Давай. Мило. Проберись в кабинет Сайрина. Откуда у него прямой доступ к РХП. Ясно? Окей. Такс.
Авана. Тик-тик-тик. Добро пожаловать в международный офис. Я как-нибудь без вас разберусь. Так, что у меня две ячейки. Цена 4,6. Ой, как все дорого. Так, здесь ничего не изучу. Там. Monarch Solution. Это здание из Monarch Absolution. Архитектурный шедевр и самый узнаваемый объект. Это шедевр. Мистер Хайч! О, я думаю, что высочайший. Ну, вас говорят, аппарат радиоспечения. У вас там это того этого самого с чаем. А вы тут. Мужики, танцуем! Отлично. Точно. Кабинет пола. Так. А чё, все еще двигается? Нихера себе он летит. Здорово, мужик. Пока, мужик. Противовес был все ближе. Все это время у пола было средство закрыть разлом. Он просто не понимал этого. Нечего было понимать. Он верил, что от разлома нет спасения. Поэтому он использовал противовес, РХП, для создания ковчега. Любитель ковчегов. Ай! Что-то не к добру эта хрень происходит какая-то. Так, что там? Там что-то ползет дерзкое. И безумное. О, господи. Обалдеть. Что это за хрень? Джигурда какая-то. Черт. Вау. Офигеть, тут месиво. Их убило нечто, живущее вне времени. Потому и была создана наша программа вооружения. Сайрин знал, что нас ждет. Программа не сработала. Ух, уже эта программа, которая любит не срабатывать. Эй, друг, ты там? Чувак сдох, до сих пор умирает. Ага, я открою, погоди. Осторожней, на той стороне много испуганных и злых громил. Вот так. Окей. И постарайся там не сдохнуть. Какое хорошее пожелание за весь день. Старайся хотя бы не сдохнуть. Так. Добро. Убить всех врагов, да, без вариков. Работаем. Спасибо, что придумали. Извини, братиш. Жизнь вообще боль. Экс, что мужик? Просто стой, зачем ты дергаешься лишний раз? Эти готовы. Придется сделать тебе больно. О, господи. Поехали. Тусим. Готов. Еще есть? Так, какая-то херня есть. Гаси танки. Обалдеть. Как мне везет. И это все? Зачем ты лишний раз напрашиваешься? Ты и так не херово. Так. Вау. Фига себе. Они это все разрушают, и оно обратно останавливается. Ого. Поехали. Ноу! Я не дам вам себя убить. Не волнуйтесь. Так, сейчас мы откатимся, и мы повеселимся. Так.
Побежали, братиш. Воу. Фикс. Нет, походу это его не шибко-то взяло. Работаем. Как раз перезаряжает. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо. Мужики, тихо-тихо. Так, откат-откат, давай-давай. Поехали. Жарим рок-н-ролл в этой дыре. Фикс. Давай, шмальни сюда пару раз. Офигеть, шмальнул. Ребят, чуть не прибили. Так. Работаем. Кекс, готово. Ух, там разламывает все активно. Бяка-бука. Так, не туда. Окей. Еще разочек. Опа, я тут. Вау, мужик полегче. Не шуми. Так сильно. Ты чё? Будь бякой. Фикс. Блин. Тут крепкие мужики, а. Хрен возьмешь их. Чё они так кашу так много кушают? Что ли? Йоу! Такс. Отлично. Так убить могут. Надо подальше отойти. Такс. Опа. А я тут. Блин. Не успею, да, перезарядить? Это здесь я видел его. Охренеть. Поехали. Не, нихера. Бежим. Просто валим отсюда. Подальше. Блин, я думал, если я его заморожу, то все будет чики-пуки. Но не тут-то оно было. Так. Окей. Погнали. Опачки. Хлопочки, я тут. Блин, реально патроны кончаются, не знаю, скоро уже чем стрелять, из пальцев, что ли? Вай! Прибить могут. Я не хотел брать его. Зачем вы мне его дали? Готово. Поехали. Дробаш, это хорошо. Один готов, да? Здорово. Осталось теперь еще вон того успокоить. Парнишку. Стой, мужик, не стреляй. Я тебе все не буду прощать. Вау. Пякушка. Поехали.
Бегу. Вот ты попал в меня, Бяка. Постреляй-ка сюда. Экс. Вот. Вау. Переключай. Так, надо дождаться отката. Иначе я фиг его убью. Так. Тихо, мужик. Не шуми лишний раз. Есть. Надо достать противовес. Окейшки. Так, давай-ка автоматический дробаш возьмем. Есть еще кто желающий? На пару пулек нарваться, нет? Все хорошо? Ну, смотрите. Так. А че он не взял патроны? Бяка. Мне нужно попасть на галерею. Ага, хорошо. Дай мне 5 секунд. Джойс, ты там смотри, Вова. Эта тварь, по-моему, все еще рядом. Все, можно. Окей. Монарх умирал. Империя Пола рушилась у меня на глазах. Я ничего подобного не видел. Ух ты, а вот Пол, он готовился к этому все эти годы. Получилось у него не очень. Так. Твою редкостное дерьмо. Мать. Офигеть. Ого, сколько чуваков убито. Бедолаги. Вот, что за хрень. Времени. Черт. Вот куда они притащили ядро из универа. Это же машина Пола. Так. Похоже, она на последнем этаже. Какое счастье. Так, что-то можно посмотреть. Ага. Блин, две. Одну я уже пропустил. Как так-то? Уж я раньше-то не заметил ее. Так. Получается, где-то здесь, где я прошел, да, тут была. Вот она. Иди сюда. Готово. И там третья. Так, теперь у меня худо-бедно их три, да, на минимум на 4. Еще одну собираем, и в принципе можно что-нибудь полезное открыть. Чтобы пойти дальше. Очень интересно. Опачки, лучок. Здрасте. А двери не закроются в самый неподходящий момент. Что такое? Не шумкой. Вон то дерьмо. Которое шавелится. Офигеть. Нифига себе. Что это было? Что за хрень? Не то слово, это чувак. Был хэтч? Ой. Поезд. Вау. Внимание всему персоналу. Держитесь подальше от нижних этажей. Они могут быть опасны. Повторяю, не заходите на нижние этажи. Окей, не буду заходить на нижние. Эй, так. Чарли. А я к точке там могу пробраться или что, я не понял. Неплохо, Джойс. Чувак. Это кабинет Сарина. С твоего позволения я. Чувак, ну дай мне туда зайти. Прямая дорога в камеру РХП. Там мы встретимся. Ага, вот так. А дверь-то будешь открывать, нет? То главное, что-то мне тут потравил байк. Пол уже исчез. Но он оставил то, что мне было нужно. Сначала я хотел бы взять ту штучку, хроноячейку. Да ладно, прям таки ушел, ноутбук оставил не запароленным. По-любому, это так профессионально. Текст.
Трубка Фо. Иди нахрен, меня достали твои игры. Я хочу забрать то, что ты украл. Да, конечно, РХП. Если бы ты знал, что от него зависит, то давно прекратил бы, но тебе плевать. Точно. Плевать. И остановить меня некому. Да. Да, все будет так, как должно быть. Скоро увидимся, Джек. Странно, если время сломалось, то почему связь до сих пор работает? Мне надоело плясать под твою дудку, псих ненормальный. Опачки. Опачки-хлопачки. Зависание уже чуть ли не каждую минуту. Так. Противовес был главным сокровищем Пола, фундаментом его империи. Нет. Краеугольным камнем его плана. Конечно, мне не терпелось его забрать. Где-то здесь ячейка. Она где-то тут, прям буквально вот-вот. Вот она. Ну же, я хочу забрать ее. Опять я не умею прыгать. Какой кошмар. Есть. Отлично. Теперь я могу сделать улучшение. Так, 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 ну. Да, почему нет? Пора бы прокачать этот навык. Долгое время Пол управлял монархом тайно. Подозреваю, это лишь усугубило его отрыв от реальности. Опанчики. Это рисунки. Это что там? Что-то непонятное. Окей. Пол был сильным лидером. И одновременно обреченным. Ему недолго оставалось. Тебе не положено его надевать. Джойс, на помощь! Чарли, ложись! Ну вот. Как так-то? Так. Враг, прием. Я так классно надеялся на эту штучку. Воу-воу-воу-воу! Так, ты готов? Ты тоже. Вот, блин. Джойс, слава богу. Я думал, все, труба. Ты, Чарли? Да, да. Экс. Сейчас откроем. Тикс-тикс-тикс. Давай жми кнопки. Что-то мне, правда, подсказывает, что сейчас там зверюга, наверное, припрется. Вот так, Джойс. Надеюсь, ты знаешь, что собираешься делать. Да, я тоже. Да, все знают, конечно. На создание противовеса ушло 11 лет. Ради него погибла Бет. И я знал, что он может устранить разлом. Это хреновина. Проблема была в том, что я понятия не имел, как им пользоваться. А единственный, кто знал, умер. Но у меня был способ добраться до него еще живого. Университетская машина времени. Хм... Они привезли ее ядро сюда. Ты же уже об этом говорил. Мы идем или странно как? Как-то. Такое ощущение, мне что у главного героя память как у рыбки. Без проблем. Я знаю дорогу. Раз и забыл. Спасибо за помощь. Не за что. Лишь бы не напрасно. Точно. Ты не пойдешь? Не, я пойду вниз. Кое-кто меня там очень ждет. Удачи, Джойс. Окей. Да. Эй, а зачем тебе туда? Действительно. Если коротко, чтобы вернуться в прошлое и спасти брата. Значит, вернешься в прошлое? Мне-то что? Не хочешь, можешь не рассказывать. Странный чувак. Почему не поверил мне? Это ж вполне очевидно, да? Так, интересно, а куда я противовес засунул? Просто мне очень интересно. Это же какой должен быть карман?
Пол забрал ядро из университетской машины и вставил его в свою. Все его патологическое стремление к власти. Но благодаря этому у меня оставался шанс все исправить. Я мог вернуться назад, спасти Уилла, прежде чем Пол его убьет. Если у нас будет противовес, будущее еще можно изменить. А может и нет. А может уже столько попыток было, и все они зациклены в единое целое, поэтому приводит к такому коллапсу временного пространства, да? Ядро установлено, машина заработала. Нужно было подготовить коридор. Так. Опачки. Так. Ну вот и все. Устанавливается коридор. Что-то вот это... То, что вот рядом баллоны, что-то мне подсказывает, да. Держи. Ай-яй-яй. Ну, конечно. Охренеть. Меня хотите со всех углов, да, прострелить? Так. Че, не могут сквозь эту стрелять? Тусуй, мужик. Нет, не могут. Ну, хоть что-то радует. Так. А сюда, главное, не прыгают. Держи. Я научу тебя, как это делается. Вот так делается. И тебе покажу. Смотри, как классно. Опа. Готово. А это кто такие? Вау! Тихо-тихо! Нет? Окей. Ну давай. Держи, мужик. Вау, чё разбежались-то так? Цель на мушке. Какое счастье. Зайдите со спины. Поехали. Здорово, мужик. Штаб, вижу цель. Прием. Конец. Последний поток. Опачки. Третья фаза совершена. Едем. Так, этого не возьмешь, все да? В норме, поехали. Получай несчастный. Надеюсь, тебе понравилось. Стой, мужик, стой, 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 стой. Вот так. Красава. Да я и не прятался, вообще-то. Так, мужик, неси лука. Держи, мужик, держи. Теперь поехали. Будьте начеку. Нужно найти его. Твою мать! Опа! А тебе опа. Тик. Попкорн! Держи. Поехали. Так, обычные солдаты почти все, да? Остались только эти говнюки снайпера. Да ты отчаянный мужик.
Так, тут не смог. Так, хорошо, все один, да, снайпер остался. Отлично. Где он? Вижу. Есть. Еще чуть-чуть. Так, погнали. Пожалуйста, у неторопливой автоматическая мисс. Машина была готова. Ну-с. Оставалось ввести дату. Да ладно. Ну вот. Кстати, так скажем, предвкушая возможные проблемы, я лучше, пожалуй, сначала пополню боезапас. Не зря вот эти штучки. Я вернулся стоят. В день, когда ядро впервые активировали в универе. Раньше было нельзя. Времени спасти брата у вас было мало. Так. Выбора не оставалось. Вот тена. Вторая часть пятого акта. Ништяк. Посмотрим. Что же тут будет такое эдакое? Джей, сюда! Скорее! Цели покинули лабораторию! Привет, ребятки! О, черт! Однако. Ну давай! Ух ты. Пополнение. Так. Граф, лаборатория посторонней. Группа излучения ядра перебита. Все? Но как? Так. Мы входим! Ух, ладно, ребят, пожалуй... В принципе, собственно, продолжение я уже сниму в следующей серии. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось, не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.